Ну а вот так выглядит проезд к берегу недалеко от поселка Усть-Мана. Здесь снова дорогу перегородили бетонными блоками. Недовольные отдыхающие готовы идти в прокуратуру с доказательствами. Подробнее в нашей рубрике «Народная новость». И люди не могут проехать. Вам это нравится? Нет. Да. Я приехал отдохнуть на берег, меня не пускают. У них нет прав на рекреационную зону перекрытия. Это видео в редакцию новостей прислали отдыхающие. По их данным, некая фирма ООО «Ман Плюс» в очередной раз перекрыла проезд к берегу Маны. Подобная ситуация возникала и ранее. На 2 года назад прокуратура вообще требовала очистить берег реки от автомобилей. Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка автотранспорта.